стенах Казанского федерального университета 23 марта свою деятельность начал международный конкурс по конфликтологии и медиации. Организаторами конкурса выступили кафедры данного профиля Казанского федерального и Санкт-Петербургского государственного университета. Целью проведения конкурса такого уровня стало формирование профессионального сознания у будущих конфликтологов, а также воспитание в студентах навыков по решению конфликтов. Значимость заключается в том, что формируется профессиональное сообщество конфликтологов, не только России, но и стран ближнего зарубежья. Ребята обмениваются опытом, обмениваются знаниями, навыками, которые они получают. И таким образом они повышают свою компетенцию образовательную. Конкурс продлится до 25 марта, и за эти два полных дня участники смогут не только посетить различные мастер-классы, но и выступят перед своими коллегами и профессиональным жюри, чтобы продемонстрировать свои навыки. Поскольку я стоял у истоков тоже в какой-то степени конкурса, я могу понять его значение. Значение его в стране, наверное, самое высокое сейчас. И все, что делает Казанский университет для развития медиации, может быть, до конца и не оценивается, что ли, или вот значение этого конкурса. Он становится международным, он становится престижным. За участие в нем университеты начинают бороться. Хотелось бы также отметить, что международный конкурс по конфликтологии проходит в Казанском федеральном университете уже в пятый раз. И каждый год количество участников только растет. Олег Кашин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.